Итак, всем привет. Это у нас уже восьмая часть игры прохождения Tomb Raider, первой части игры, которая была у нас выпущена в 2009 году, но ее как бы перевыпустили на PlayStation 4 в 2013 году, а в основном эта игра у нас вышла в 2009 году. Представьте же, сколько лет этой игре. Итак, мы продолжим. У меня небольшие неполадки, или можно сказать даже большие неполадки с PlayStation Network. Там такая беда творится, я и стримить не могу, мне приходится записывать эти ролики короткие. Ох, долетел. Так, сейчас там... Лара, на мосту полно охранников. Да, я знаю. Что делаем? Валим всех. Можно пройти под мостом, но это трудно. Так и знала, что ты это скажешь. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. Давай, прикрывай. Я знаю, что ты меня прикроешь до самого талого. До талого. Так. Так что... Лара, они у меня на мушке. Хорошо. Так, как говорится, не торопись. Ох, как там высоко. Ой-ой-ой. Я бы обосрался со страху. Я даже сейчас с этой девятиэтажки, которую сейчас живу. Блин, вниз посмотришь, аж голова кружится. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не упустим, не переживай. Я думал, что потерял тебя. Как ты? Еще бы чуть-чуть. Стой, не двигайся, они тебя заметят. Жди. Пошла! Стой, подожди! Еще не время! Давай! Стой! Подожди, подожди! Лара, ох, как сильно громко! Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. Может быть. Лара, берегись! Я не чувствую! Лара, их слишком много! Уходи оттуда! Опять же валится, ё-моё! Бегу, бегу, бегу! Оп. Бегу, бегу! Ну да, вообще красавчик. Я иду туда. Ты уверена, Лара? Я их вытащу и вернусь. Куда же она денется? Сейчас она скажет, сейчас не время. Сейчас никак. Ну, сейчас никак, да. Я хотел факел потушить, она всегда говорит, сейчас никак. Чё там не сильно темно, можно же потушить. Давай потушим его. Май не будет тушить оно, ладно. Ах, скоро 14 сентября выйдет Shadow of the Tomb Raider. Новая часть. Ох, я жду эту новую часть. Я по-любому пройду. Мне нравятся игры серии в Tomb Raider. Не те старые, где там ходила эта Лара с большими квадратными сиськами, это вообще не то.
Вот здесь вот это интереснее. Блин, они все так капают на меня. Братья мои, опа. Послушайте меня. Понимаете? В том мире мы были никем, но здесь, здесь все мы. Дети императрицы солнца. Она не зря привела нас сюда. Я знаю, что вам нужна свобода. Я знаю, что вы мечтаете покинуть это место. Но для этого мы должны освободить нашу императрицу. Как и мы, она пленница. Если мы освободим ее, то освободим себя. Эта девушка, в ней течет кровь этой земли. Она может стать ключом. Огненный обряд откроет нам истину. Мимико, ты первая и последняя. Скажи свое слово. Ты убила нашего брата. Теперь я убью тебя. Это тебе со Владимира. Хватит! Дмитрий, Николай, ведите ее ко мне. Русские? Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Приготовьтесь, братья! Наша императрица будет говорить! Скажи свое слово, Мимико! Говори с нами, пламя своим! Прости меня! Посмотри на меня! Посмотри, слышишь? Она! Это она! Скоро, братья! Скоро мы будем свободны! Отведите ее в тронный зал. Твоя борьба окончена. Она рискнула и выжила. Ладно, спускаемся. Пошли. Блин, без оружия, без силы сейчас остался. Блин, ни одной стрелы нету. Какой-то природный. Возможно, огня. Так. Там еще почитать, давай. Всем новым братьям свою работу определяют, но они что, вкалывают? Пока Матиас доказуху на свою, типа, духовную связь с императрицей предъявляет, они верятся и не рыпаются. Вот прием в братство, это да, штука жесткая, там такая фишка, он как говорит, пока в человеке не истребить все человеческое, он бесчеловечным не станет. Вот мы отправляем новичков в пещеры голодать там, сражаться, когда на несколько дней, когда на несколько недель. Кто уцелел, добро, как говорится, к нам пожаловать.
И вообще, если честно, вот я и сейчас догнать не могу, какой такой силе Матиас подсосался. Да и гори оно. Нам никогда с этого острова отмороженного не свалить, мы тут как в аду. Хотя мы такое творили, кто знает, может, мы уже реально в аду. Может быть. Так, а я что, их все нашел, нет? Убили они его быстро. А, чё тут, среди покойников нету ничего интересного? Ладно. Сейчас мы этих уродов завалим. Как у меня всего 3 стрелы. Этого хватит. Валился так. Спасибо, брат. Да блин, сколько в тебя их всажать-то можно? Вот и все. Алиша, милая, не хотела я этого писать, но может так получиться, что другой возможности поговорить с тобой у меня не будет. Твоя мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знала, все, что я делала в этой жизни, я делала ради тебя. Может, где-то я и напортачила, но не со зла. Мне больно думать, что если у тебя что-то случится, меня не будет рядом, и я не смогу тебе помочь. Если я не вернусь, разыщи Конрада Рота. Ты с ним никогда не встречалась, но он лучший из всех, кого я знала. Он твой отец. У тебя его улыбка. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я очень тебя люблю. Да. Так.
Давайте, говнюки, я столько патронов на вас... Ой, стрел на вас потратил. Просто беда. Вот еще один. Так, что у меня? 20 стрел хватит. Так, всякая барахлишка ищем. Так, подожди-ка, надо поджечь. Я нифига тут не вижу. А, вот. Стоп, там опасный этот газ надо. Так вот. Взорвусь возле него там. Тихо. Так, что тут есть, что награбить-то? А, вот есть. Давай посмотрим. Похоже, начало 18 века. Веера из черного шелка – это атрибут погребальных церемоний высшей знати. Так. Так, погнали туда. Дерьмище. Я совсем забыл про запах. Все тихо. Медленно здесь. Сваля. Нужно убедиться. Обыщем я. Эй, что? Вот дерьмо. Давайте сюда. Во второй части Tomb Raider было интересно то, что там можно было лечиться, собирать ядовитые грибы. А здесь только самовосстановление ХП, не подлечишься. Твои новые слуги склоняются пред тобой. Ты обещаешь нам рассвет, своих детей ты не забудь, явись и укажи нам путь. Теперь ваше место среди нас, братья, вознесите хвалу императрице Солнца! Императрицы Солнца, блин, замотали свои императрицы. Вам не выжить здесь никому. Так.